Дорогие друзья, меня зовут Татьяна Большакова, я курирую лингвистические и литературные проекты Культурного центра «Франкотека». И сегодня рада вас приветствовать от лица Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Радумино. Я рада приветствовать всех тех, кто сегодня с нами в уютном зале «Франкотеки», и всех, кто нас смотрит на портале Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ». Мы продолжаем наши прекрасные франкофонные выходные, в рамках которых мы уже послушали замечательную лекцию про арабский роман, современный арабы язычный роман, послушали лекцию об изменениях во французском языке в 21 веке. И сейчас мы продолжим говорить о том, как же принципиально изменился мир и мир преподавания в 21 веке с нашим большим другом, основателем и директором школы французского языка и центра современного преподавателя, рекордсменом России в номинации «Самый массовый урок иностранного языка» Юлией Ли, которая расскажет про метазадачи преподавателя иностранного языка в 21 веке. Юлия, я передаю вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня действительно зовут Ли Юлия. Я преподаватель, в первую очередь, чем директор. Много чего мы делаем в школе интересного. Поделюсь совсем небольшим количеством информации, которую мы применяем в рамках нашего обучения. Буду говорить о других вещах, потому что лекцию, когда я придумывала, мне, если честно, мало что приходило в голову, пыталась настроить всех как-то на позитивный лад, и буду сегодня стараться именно к этому и прийти. Сначала посмотрим, что такое у нас метазадача. Звучит, мне кажется, очень умно. Я вообще не очень люблю умные слова, потому что они некоторых людей, и меня в том числе, в какой-то ступор иногда вводят. А когда человек себя чувствует неуютно, это априори уже любое обучение тормозит. И это плохо. Но все равно. Слова есть слова. Слова облекают какие-то не очень понятные реалии, форму, и поэтому метазадачи, так как понимаю это я хотела бы вам объяснить. Можно говорить много каких-то определений, они будут все достаточно сложные. Для меня это то, что стоит перед преподавателем как цель для того, чтобы его ученики были счастливыми. Ну, то есть, что делает нашего ученика счастливым? И все, что бы я ни делала во время урока, и не только во время урока, коммуницируя со своими коллегами, своими родными, со всеми, кто вокруг меня, я перед собой держу этот ориентир. Не хочется, чтобы вокруг меня люди были счастливыми. И для меня, конечно, очень важно, кем в этот момент являюсь я сама. Потому что для меня, в первую очередь, я преподаватель. Если мы дальше с вами будем отвечать на какие-то вопросы, тут лежат листочки, ручки, вы на них обратите внимание. Очень важно, если вот человек может ответить на этот вопрос, это уже полдела, потому что какая-то стратегия в жизни все-таки закладывается, как есть у пчелок какие-то свои задачи, у муравьишек, и мы, конечно, считаем себя выше и лучше, чем они, но все равно, когда есть куда стремиться, и эта цель понятна, то нам в этом деле становится легче. И тут, конечно же, стоит очень большой вопрос, что такое счастье. Это достаточно абстрактно, можно говорить 10 тысяч каких-то, опять же, определений. Можно сказать, что для каждого оно свое. Я выбрала несколько всего моментов. Это, например, любовь. Тут достаточно мелко, я вам расскажу. В первую очередь, это любовь к себе. И что такое любовь к себе? Мы можем подумать о каких-то очень негативных вещах. Я люблю себя, всем остальным от этого плохо. Нет, это не так. Любовь к себе — это забота о себе. Потому что если мы действительно к этому придем, мы поймем, что когда мне хорошо, я, в принципе, зла никому не желаю. Мне вообще все равно, кто что там делает, лишь бы мне не было от этого хуже. Я не пытаюсь ни у кого ничего отнять, никому не сделать больно, то есть ни с кого оскорбить, ни на ком излить свое зло и так далее. То есть любовь к себе — это первоочередное. В общем, когда я люблю себя, дальше мы уже идем и можем любить других. И вот когда мы говорим «люблю», это слово очень часто мы употребляем, знакомимся с человеком, 3 дня мы его видим и можем сказать ему «я тебя люблю». Через месяц можем сказать «я тебя люблю». Но, наверное, должно в жизни произойти что-то, наверное, очень-очень серьезное, чтобы мы эту силу слова оценили, что такое «я тебя люблю». И вот, то есть, когда мы по-настоящему любим себя, с нежностью, с принятием относимся к себе, дальше мы будем относиться так ко многим другим людям. И в отношении к другим людям мы тоже, и не только людям, к вещам, к искусству, к животным, ко всем вокруг, ко всему вокруг мы это отношения будем транслировать. И жизнь уже
изменится, и уже дальше будет идти намного легче, когда вот эти базовые вещи есть. Далее, любовь к детям тоже. Тут мы ее понимаем как обладание иногда, как желание какого-то глобального добра, без интересов, без учета интересов ребенка. То есть любовь, она должна быть еще и умной, когда она не просто так строится на каких-то порывах, иногда даже животных. Корова тоже любит своего теленка. Да? То есть мы не зря столько тысячелетий и миллионов лет эволюционировали, чтобы прийти уже к каким-то другим решениям, и чтобы наша жизнь немножко отличалась от той, какими жизнями живут другие животные и вообще организмы. И любовь к партнеру — это самое, наверное, интересное, потому что в цивилизации приходят различные этапы. Сначала это как естественная неотъемлемая часть того, что нас окружает, что, в принципе, птичка не бывает практически ни одной одинокой птички, да, она там не нашла себе партнера, все равно там одно лето у нее другой партнер, потом другой партнер, то есть черепашки тоже у них нет каких-то таких проблем, и еще там дельфинчики, они тоже себе находят, а у нас какие-то бывают проблемы, причем сначала у нас это какая-то навязанная вещь, потом бывает какой-то этап, никто не нужен, а уже, наверное, следующий этап, а может быть, есть еще и другие, когда мы говорим, что может нужен, а может не нужен, а если нужен, то есть какие-то определенные вещи, я не забываю себя в этих отношениях, партнер не забывает себя в этих отношениях, то есть это тоже любовь, и это вот уже какой-то другой уровень. Далее, уверенность. Уверенность — это то, чего нам не хватает всем. Причем уверенность, она такая непоказная, а просто я живу с уверенностью в себе, что я, наверное, неплохой человек. Есть к чему стремиться, есть что улучшить, но я смертен, я не родился идеальным, не родилась. И, в принципе, я стремлюсь к тому, чтобы стать немножко лучше, может быть, не каждый день, не каждую неделю, но каждый месяц, и, в принципе, траектория моя верна. И вот эта уверенность, она тоже какую-то базу создает. Далее, уверенность в будущем. Это то, чего сейчас, например, очень многим не хватает. Если мы некоторое время назад могли сказать, ну, приблизительно, что с нами будет через полгода, приблизительно, что с нами будет через год, сейчас этого нет. И вот это тоже, вот без таких вот реалий нам невозможно почувствовать до конца себя счастливыми, даже если все остальные сферы у нас будут идеальны, потому что нам нужна эта опора вот под ногами, чтобы мы могли дальше как-то свое существование выстраивать. Уверенность в людях — это тоже, что сейчас страдает, потому что у нас не было никогда таких практически у большинства людей испытаний, когда мы обсуждаем что-то очень важное. Мы можем поспорить, нравятся ли тебе яблоки или груши, нравится тебе море или горы. А когда уже какие-то более сложные категории возникают, которые до этого, может быть, никогда не поднимались, мы теряем эту уверенность в людях, потому что для нас мы как-то выросли в другом обществе, несмотря на то, что мы можем быть в одной семье, что мы, может быть, разочаровываемся, а может быть, даже иногда ужасаемся тому, что рядом с нами человек думает иначе. И то есть это приводит нас в такое состояние нестабильности, что тоже мешает нам быть очень счастливым, потому что ты после одного опыта начинаешь сомневаться во многих людях вокруг, потому что ты думал, что мир, может быть, одну картинку имеет, а получается, что все выглядит немножко иначе, если вдруг немножко копнуть. И это страшно, и мы не уверены в себе. Далее, стабильность своя. Прежде чем говорить о ком-то другом, мы говорим о том, что во мне. И стабильность — это прежде всего психологическое. Когда в нашем организме что-то не так, это и про здоровье. Когда в нашем организме гормоны, может быть, играют, или мы устали, не выспались, или еще какие-то у нас проблемы, мы реагируем на многие вещи так, что даже иногда удивляем сами себе. То есть, и это плохо. Я сейчас все это подведу к знаниям, как это все придет, но вот нужно понимать, что мы над этим должны работать и об этом должны думать. Далее, стабильность, опять же, людей. Мы должны уметь думать, что вот люди у нас не пропадут, что я могу положиться. Вообще ощущение того, что есть кто-то, на кого можно положиться, это колоссальная опора. Даже если, будем надеяться, нам никогда не пригодится их помощь в какой-то очень страшной ситуации, но иметь в виду, что я позвоню, я потеряю ключ ночью, и прибегут люди, или я могу куда-то убежать, это делает жизнь намного проще. И далее, конечно же, стабильность мира. Потому что, как бы мы ни говорили, что нас не интересует, что вокруг происходит, и вот такой пример, когда мы говорим, что ну вот Африка, ну вот там жарко, ну вот они там голодают, я причем?
Я не могу ничего на своем маленьком уровне сделать. И это маленький мир. А когда мы почитаем книжки и поймем, что, например, мы, может быть, уничтожаем леса, может быть, мы сверхпотребляем, и у них там из-за нас поднимается температура. Если для нас 1 градус – это не важно, то для них 1 градус – это меньше рыбы, это меньше осадков и так далее, и так далее. Вот, ну, глобально нужно. И вот эта стабильность, она нарушается и тоже не добавляет нам счастья в мире. И, конечно же, признание. И опять начинаем с себя. Когда я признаю, что не все ладно во мне, что я не суперталантливый, бывают люди очень талантливые. Вы видите его, он играет на музыкальном инструменте, могут быть 10 тысяч пианистов, и все будут играть. Но один пианист сделает так, что у вас просто пульс будет биться на большой скорости. Вы увидите картину, у вас польются слезы. Вы увидите фильм, и вы будете постоянно восхищаться и кадром, и цветом, и идеей, и сценарием, и еще пойдете что-то сделаете. То есть вы талант всегда разглядите. Но нужно понимать, что талантов мало. И в вас, может быть, и во мне тоже не такие огромные таланты, какие бывают раз в 100 лет. Но в нас тоже есть таланты. И вот потому что мы все стремимся к чему-то, и нас с детства вот какими-то такими ориентирами растят, что мы, если не добились 1 миллиард 18 лет, если мы не выиграли Олимпийские игры, если мы не самый даже лучший ученик в классе, что-то в нас не так. А в принципе, тут тоже за этим стоит очень много негатива. И это тоже нужно осознавать, что человек, может быть, чего-то лишился в жизни, может быть, там он крутой спортсмен, но у него не было детства, у него болят все кости, и так далее, и так далее, и так далее. То есть надо, вот, может быть, это мой выбор, что я не стала на каком-то пьедестале, на первое место, на самую высокую ступень. Вот это ты признаешь, главное, чтобы это был выбор. Далее, конечно же, важно, что мы признаем других и принимаем других. Потому что мы тоже насмотрелись фильмов разных, когда ты замедляется свет какой-то, падают аж пылинки, видно, и ты влюбляешься в человека, и уже как бы он там себя ни вел, ты влюбился в него, и, в общем, через 3 дня вы женитесь. Вот так бывает, да? Или вот там в конце какого-то фильма 10 лет люди не общались в семье, папа, мама и сын, например. И вот они как-то что-то так случилось, и они вот 10 лет не могли найти общий язык, ничего, и вдруг там что-то так по мановению волшебной палочки случается, и вдруг они, у них нет никаких разногласий, они уже едят свою индейку в День Благодарения вместе, и, в общем, все такие счастливые, и дальше у них ни одной ссоры по фильму, но, в принципе, там уже скоро титры. Вот такого не бывает, мы должны признавать, что у людей бывает плохое настроение, какие-то бывают сложности на работе и очень большой стресс, может быть, вообще действительно какие-то детские проблемы. Бывает, что иногда у меня недавно была ситуация, когда мне сказали, ну пора уже забыть, тебе уже за 30, надо уже там вот этого не делать. А мне не пора, может быть, кто-то с этим справился после 20, кто-то вообще этого не имел. А вот мне 30, я еще с этим, не 30, уже больше, я с этим не справилась. Ну то есть мне нужно не как обиду это воспринимать, сказать, что ну вот такая я, и других тоже принимать. Ну вот он думает, что ему что так легко с этим, значит, у него такой опыт, он точно это не хотел со зла как-то сделать. То есть, в принципе, вот эта парадигма, что люди вам не хотят, априори зла большинство, тоже помогает жить. Далее себя другими. То есть, как бы меня люди не принимали, мне, в принципе, должно быть все равно, что обо мне думают. Это не значит, что должна на всех плевать и делать что угодно, и, то есть, вести себя по-свински. Нет. Но если есть такие люди, которые меня не принимают, которым не нравится мое мнение, которым не нравится, как я выгляжу, которым не нравится, как я говорю, что сделать? У нас 8 миллиардов людей, уж сколько там. Пусть я даже буду не нравиться 7 миллиардам, 900 тысячам, миллионам и так далее. Ну и что? Главное, чтобы вокруг меня те люди, до которых я могу тянуть с рукой, сложились такими, какими они сложились, и мне, в принципе, с ними приятно общаться. И вот это понимание в глобальных каких-то, вроде бы ты на себе концентрируешься, но также на мире. Вот это понимание глобальных каких-то категорий точно так же помогает человеку жить спокойно. И, конечно же, признание мира. В этом контексте я хотела бы сказать, чтобы нам не казалось, что вот творит что-то ужасное, страшное и так далее, история показывает, что все повторяется, что мы не первые, кто переживает то, что мы переживаем сейчас, что, в принципе, мир становится добрее. И в этом контексте есть тоже очень много книг. Мне нравится книга, которую я прочитала год назад. Она называется «Лучшее в нас» Стивена Пинкера, который статистикой все это показывает. И говорит, что если что-то нам кажется очень ужасным,
каким-то невероятным актом насилия, это то, что просто мы стали добрее, и что если у нас, наоборот, насилие становится нормой, вот это плохо. А если уж мы вот так сильно реагируем, то это можно тоже воспринимать как добрый знак. То есть всегда нужно искать какие-то позитивные вещи. Если нас это до такой степени шокирует, значит, что 300, 400, 500 лет назад люди бы сказали, ничего страшного, и это переживем. И мы так реагируем, значит, в нас есть и живет эта цивилизация и культура, которая многие-многие года. И далее. Сегодня забудем обо всем, что я сказала, хочется мечтать. И мечтать — это значит, что мы, как преподаватели, как ученики, можем сделать для того, чтобы мир стал лучше. И, конечно, можно было сказать, давайте поставим себе одну маленькую задачу какую-то и будем с этим жить. Но если уж нам разрешили это делать, а нам пока никто этого не запретил, давайте мыслить глобально. Потому что, в принципе, маленькие мечты, маленькие какие-то задачи, может быть, не решают в корне проблему, которая есть, проблему в образовании. И уже много-много лет, много даже столетий, люди говорят о такой парадигме, как обучение, когда мы обращаем внимание на человека, именно на конкретного. Иногда некоторые говорят, что это сведется к тому, что мы будем обучать только одного человека, и система образования немножко рухнет. Но это не про то. Я вам хотела сказать, что мы будем обращать внимание на какие-то более глубинные вещи, и когда уже обучение будет выстроено, люди, ученики сами будут выбирать, что им интересно и как им делать. Но главное, чтобы они поняли базовые какие-то вещи. И когда мы читаем вот немножко про эту теорию того, как обучаться, даже вот уже, по-моему, в XIV веке была школа с вот этим антропоцентрическим подходом к ученику, забыла, как она называется, она была в Италии, то есть уже сколько, 7 веков назад люди стремились к тому, чтобы раскрыть потенциал одного конкретного ребенка и вот на его интересах сконцентрироваться. Так вот, там есть небольшая такая сноска всегда, что когда мы вот в этом кадре работаем, то для нас воспитание важнее обучения, и все сразу воспитывать. Это хорошо, вот это плохо, это правильно, это неправильно, вот это морально, вот это неморально. Опять же, смотря статистику, морально, законно, правильно, сколько таких слоганов, сколько таких вот каких-то идей мы в мире слышали за всю историю человека, и под эгидой этого погибло больше людей, чем тех людей, которые подверглись какому-то грабительству, нападению, убийству на улице. То есть так нужно, и мы это сделаем. Это все вообще не работает. То есть мы не должны людям и ученикам объяснять, что правильно, и что хорошо, и как нужно. Нам нужно добиться от них того, чтобы они поняли, как им самим лично будет полезнее, и как они станут счастливее. И главная задача ученика, учителя в этом контексте, это помочь ученику, просто подсказать, ученику понять и познать себя. И самое главное, ответить на вопрос, кто я. Потому что я вот вам приготовила листочки, можете потом воспользоваться. И вообще это очень полезное упражнение. Если вас попросят спросить, вот, кто вы, и вы сейчас посидите и подумайте 3 минуты, что вы напишете. Потому что мы об этом не думаем, вот кто я. Как вы себя будете определять? Я женщина, я мужчина, я молодой человек, я взрослый человек, например, среднего возраста, я студент, я работник какого-нибудь союза, или я, у меня такая-то профессия, или же, например, я какой-нибудь защитник, или я еще кто-нибудь. Понимаете, кто вы? Потому что вот этот вопрос очень важен, когда вы для себя решаете, кто вы в этом мире, тогда уже многое-многое становится ясным. И далее самый главный вопрос, как мне кажется, это то, чего я боюсь. Потому что страх в нашей жизни присутствует практически постоянно. Он не дает нам заснуть иногда, если это очень прям экстремальная форма. Он не дает нам двигаться вперед. Страх — это плохо, всегда плохо. Я, наверное, не могу привести ни одного примера, когда страх — это хорошо. Кроме того, что страх нас защищает, например, когда это эволюционно сложилось так, что я боюсь и, там, например, не иду в темноту, а там меня леопард съест. Мы уже ушли от этих времен, когда нас может съесть леопард, если мы не куда-то забрели в сафари и так далее. То есть нет, сейчас страх нас живет как защитный механизм, но реалии изменились, и нам нужно понять, чего я боюсь.
Вот я в своей жизни очень многих вещей боюсь. И я знаю, что большинство из этих вещей я делаю. И для меня это даже звоночек. О, туда нельзя. Эволюционно. Значит, я туда пойду. Я не пойду, например, на какое-то собеседование. Я пойду обязательно. Почему? Потому что я боюсь, что меня унизят, например, что я чего-то не скажу, что я там еще чего-то. Но вот это я себя не уважаю, поскольку я для себя решила, что мне не важно, что подумают обо мне люди. Мне не важно, что если вдруг я что-то забуду и не скажу. Ну и что? Я подумаю и сосредоточусь. Наоборот, я себя не должна в этот момент как-то съедать. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти страхи нужно прорабатывать. И когда мы определяем, чего мы боимся, мы дальше уже будем работать над тем, как с ними бороться. Вообще страх возникает от того, когда у нас не хватает информации. И вот тут вы, наверное, не видите, но тут есть небольшая цитата. «Человек страшится только того, чего не знает. Знанием побеждается всякий страх». То есть вот если вы опять же сегодня себе напишите на листочке, чего я боюсь, вот прям выпишите. Конечно, не нужно писать, что я боюсь, например, каких-то огромных змей. Сидя в Москве, в принципе, можно это не упоминать. Я не думаю, что вы сидите ночью и думаете, как бы меня не окутала змея какая-нибудь, да, это как в фильмах показывают. Съела потом, в общем. Нет, какие-то более реальные страхи, которые вас беспокоят. Если вы это выпишете на листочке, это вам тоже какая-то дальнейшая стратегия развития, чего дальше можно сделать такого, чтобы этого не бояться, чтобы этот страх изжить. И вот этот листочек вам обязательно пригодится. Не стали вам распечатывать в рамках экологичных каких-то наших побуждений. Хотите — делайте, хотите — нет. Но это интересно. Хотите — сделайте потом. Это называется «Круг жизни». Здесь есть семья, друзья, здоровье, хобби, деньги, отдых, личное развитие, работа и бизнес. И вот эта шкала до 10. Попробуйте нарисовать. В общем, там нужно 10, у меня все отлично в этой шкале, вот в этой шкале конкретной. 0, у меня вообще ничего нет. Вот у меня, в принципе, у меня не дотягивает семья до 10, здоровье. Я не могу сказать, что что-то проблемное, но я думаю, что может быть лучше, чтобы я такая как ракета вставала с утра. Вот, никогда себя плохо не чувствовала. Дальше хобби, хотелось бы еще что-то, но я над этим работаю. Деньги нормально, отдых, в принципе, тоже. Я всем довольна. Мне кажется, вот семья и здоровье, наверное, то, над чем я буду работать. Но, в принципе, должно быть все достаточно органично. Если вы видите, какие-то у вас есть такие перепады, что вообще у вас никак не развито, то над этим нужно подумать. И вот все, что мы с вами здесь видим, можно исправить и догнать буквально до 10. Согласны со мной, если подумать? Если здоровье у вас не так. Вот у меня, например, такой пример. Есть у меня знакомая, мы проходили, ученица, мы проходили с ними разные-разные темы, недавно совершенно, и я взяла тему здоровье женское, суррогатное материнство, еще что-то, потому что я беру такие небольшие темы, которые в учебниках не будут давать. Мы там брали и костный мозг, про донорство и так далее, то есть вот по чуть-чуть совсем. Так вот, и она мне сказала, что после нашего урока она пошла и сделала тест. Есть такой тест, чтобы узнать свои шансы на то, чтобы стать мамой в будущем. И оказалось, что эти шансы совершенно маленькие. Да, то есть, но в принципе это знание, и она узнала, ей, по-моему, там около 35, она узнала это в 35 лет, она не планирует пока ребенка, но она до нашего урока совсем не задумывалась об этом. Она сейчас делает определенные какие-то действия, замораживает, может быть, яйцеклетки, я не знаю. И у нее, когда она решит делать ребенка, вдруг через 5 лет уже не будет таких проблем, как у людей, которые об этом не думают. Если вы посмотрите статистику, сколько людей сейчас страдают тем, что они не могут завести детей. И вот, а это разрушает семьи, это разрушает отношения, это разрушает человека изнутри, у него, может быть, другие тоже сферы наперекосяк пойдут, если они об этом не будут знать и так далее, то есть или не будут в этом уверены. Точно так же другая девушка у нас пошла недавно, мы говорили про какие-то тесты, и она пошла сделать, мы говорим, важно делать чекап такой, регулярный, здоровье. Она пошла буквально в январе, и у нее нашли рак очень маленький в щитовидной железе. Это был просто осмотр рядовой всего. Ей вырезали, и вот все, то есть за 5 минут буквально, потому что там было с ноготок. Они говорят, ну какой-то узелок, мы сделаем на всякий случай вот анализ, чтобы понять, что это биопсия, по-моему, называется.
И у вас, в общем, все. Потому что это было такого маленького размера, что просто не могли бы заметить в других каких-то обстоятельствах. То есть бывают такие истории, и это тоже про знание. Точно так же друзья, общение. Есть какие-то, вот даже прочитав одну книгу, а книг про дружбу, про отношения очень много, вы можете улучшить качественно свои отношения. И даже если не меняя других людей. Мне нравится очень книга, которая называется «Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди». Берна. Там показывают стратегии, сценарии того, как люди общаются. И даже если вы не хотите менять людей, а взрослый человек самодостаточный не хочет никого менять, он ищет проблемы в себе, то он понимает, в каком сценарии с ним люди общаются. И он этот сценарий может вывести на другой уровень. И отношения могут быть более взрослые, более здравые, и другой человек, может быть, тоже на этот уровень взрослых людей и коммуникации выйдет. Что касается денег, все говорят, что деньги – это важно. Взрослые люди говорят, что деньги – это важно. Без денег мы ничего не можем, в принципе. Мы не можем нормально путешествовать, мы не можем есть нормальные продукты, мы не можем покупать себе нормальную качественную одежду, которая после первой стирки не сломается у нас, не покроется чем-нибудь или не разорвется. Мы не можем, самое главное, покупать себе какие-то курсы, обучение. То есть без денег мы мало вообще что можем. Конечно, можно говорить, что я не про деньги и так далее, но качественная жизнь, она все равно, она дает нам возможность увидеть мир, познать какие-то новые опыты, которые нам также помогут узнать себя, чтобы я поняла, что вот это для меня важно, а это нет. Вот хотела, например, я условно покататься на Porsche, у меня вообще нет прав, но условно. Купила, покаталась, поняла, не мое, но я отказалась от того, что не мое. Правильно же? Это выбор. А может быть, я вообще поняла, что мне машина не нужна. Когда мы судим о том, когда мы не можем, это одно, а когда мы уже попробовали, то это другое. Мы можем, имея все, уйти в какой-нибудь шалаш, очень комфортабельный, вот, где-нибудь на Бали, да, и то есть и жить там. Но это тоже выбор, это все про деньги. И деньги вы можете заработать сейчас, даже сейчас, многими путями, немного став качественнее, как профессионал, улучшив свою речь, например, сделав, например, какое-то обучение, которое немного смежное с вашим, например, улучшив навыки коммуникации, есть даже курсы такие. Если вы закрытый человек, пойти на курсы даже актерского мастерства, чтобы немножко лучше показывать свои эмоции, потому что есть люди очень добрые, есть люди очень открытые внутри, но ты на них смотришь, у них как будто их шкаф вот так спереди ударил, и никаких эмоций нет. И люди другие, которые не считывают этого внутреннего отношения, они думают, что с ними трудно общаться, и не общаются. И я кучу людей знаю, особенно моих хороших друзей, которые являются такими интровертами, что просто не описать. И они говорят, вот не получается у меня. Я говорю, ну ты хоть улыбнись человеку. И этому тоже нужно учиться. И это нужно озвучить с кем-то. То есть, и когда вот эти вот небольшие шаги будут сделаны, это не может не отразиться на том, сколько вы зарабатываете. Пусть вы будете зарабатывать на 1000 лучше. А когда вообще у нас большая конкуренция в мире, будут искать тех людей, которые хотя бы чуть-чуть отличаются. И если кого-то сократят, то этого человека уже не сократят. И вообще, когда ты уверен в финансовом положении, у меня, например, в семье до какого-то моего достаточно сознательного возраста, до взрослого уже, не было вообще денег. Я видела, что мои родители просто с ума сходили. По-другому нельзя сказать, когда ты не знаешь, что тебе купить поесть элементарно, когда тебе нужно занимать в долг. Все отношения рушатся. То есть, и это уже совершенно другая история. И когда вы себе хотя бы финансовые отношения вот такое выстраиваете нормальные и стремитесь к тому, что зарабатывать, и знаете, что это через знание придет, если вы, конечно, не хотите заниматься каким-то бандитизмом, то это дает вам уверенность в будущем. Я себе на хлеб всегда найду. И вот эта даже фраза, которую вы можете сказать, это дорогого стоит. Бизнес работает очень связано, личное развитие. Что такое личное развитие? Вы же не обязательно всегда развиваться в сторону карьеры. Вы можете петь. Представляете, мне, например, нравится, когда люди поют, и, знаете, так очень могут широко открывать рот и кричать. Потому что когда я пою так, вот как блестящие, например. А я внутри пою как Бейонсе или, например, как Адель. И мне вот моя задача, как раз-таки, про которую я вам говорила, личное развитие, я хочу научиться так петь. Потому что когда я вижу, когда она так делает, вот у меня цепочка целая сразу раскрывается, как она может свои эмоции выражать, как она владеет своим лицом, как она владеет своей мимикой. И я думаю, что вот в этом плане она
более зрелое и качественное существование ведет. И вот для меня, я надеюсь, что когда-нибудь я исполню какую-нибудь такую песню, чтобы у меня вот род вот такой был. Вот, то есть это тоже. Или, например, какой-то курс по искусству, потому что искусство может быть разное. Вот у нас, когда мы чего-то не понимаем, иногда можем, например, засмеяться. Я один раз показывала ученикам картину «Сотбис», которая стоила, наверное, сотни тысяч долларов, если не миллионов. Там была женщина с голой такой грудью, с одной, с ней ребенок тоже, очень изможденные обе, и у них такие клоунские носики были. Первая реакция большинства людей, не у всех, была смех. Я говорю, давайте, и она стоит еще, когда они узнали, что она стоит, там, условно, 10-20 миллионов долларов или евро, они сказали, да, конечно, смешно, любой такой можно нарисовать. Но тут нужно в корень, мне кажется, смотреть, потому что тут может быть какая-то история о женской доле в обществе, потому что я не помню, когда эта картина была нарисована, но в принципе что-то в этом есть, если задуматься. Место женщины в обществе, и то, что с ней рядом маленькая девочка, ее дочь, выглядит так же, но еще маленькая, тоже о многом говорит. И когда человек до этой идеи додумался, и когда его озарило, что не первая картинка ему показалась какая-то полуголая женщина, смешная, с носом у клоуна, какая-то с ней рядом девочка такая же, он видит только вот это. А когда уже заглянул в глубину, ему картина не такой примитивной показалась. Точно так же, когда все смеются над этим куском глины, мне кажется, я, в принципе, тоже, я люблю посмеяться, мне вот дай повод, я буду смеяться вообще даже. Иногда я даже думаю немножко не так, все равно посмеюсь. Все же смеются, мне весело. Вот. Но, в принципе, интересная идея, что он взял глину и не стал из нее условно ничего делать, и каждый может увидеть в этом что угодно, что это огромный потенциал. Это как про Аполлона говорят, что он уже там жил, в этом куске, а его просто освободили. То есть это же тоже идея. Я, например, его бы не освободила. У меня бы вышел еще один камень, например, формы. Но вот его освободили, вот он получился. И точно так же идея в том, что кто-то может взять такой кусок глины и сделать из него нового Аполлона. Или сделать из него еще что-то очень красивое. И вот увидеть это, то, что не очевидно, тоже многого стоит. И это тоже к личному развитию. Поэтому мне нравится обсуждать какие-то вещи, картины. Особенно то, что я сначала не могу принять. Потому что это нас развивает. И когда мы видим больше нюансов в жизни, то тогда наша жизнь приобретает новые краски. Вот как говорят, у Чукчи есть 11, по-моему, или 38 оттенков белого. Вот мы видим белое, 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 все белое у нас. А кстати, мы видим 38 разных цветов. И так совсем. Мы можем видеть в искусстве какое-то одно направление, например, что мы признаем, а другие мы не видим, оно не искусство. Мы можем какими-то одними словами пользоваться, у нас будет все прикольно, и других оттенков мы не будем видеть, и так далее. Наша жизнь от этого только беднеет. И когда мы расширяемся, становимся богаче в этом плане, то и наша жизнь становится богаче. Мы можем эти эмоции испытывать. И как всегда вот бывает иногда в различных таких организациях, группах ВКонтакте или где-нибудь еще, дают какое-то очень длинное слово, говорят, это значит то-то в таком-то языке. То есть какое-то такое длинное понятие, что мы вообще даже не, нам нужно целым предложением это выразить. А в этом языке есть просто отдельное слово. И вроде бы оно есть, и мы теперь уже о нем думаем и сами начинаем это немножко чувствовать. Как отдельную какую-то категорию единиц. То есть мы становимся немножко богаче. Так что вот это вот развитие себя как человека разностороннего для нас очень важно для того, чтобы быть счастливым, потому что у нас есть больше шансов соприкосновения вообще с тем, что происходит в этом мире. Красота часто. Потому что даже в веточке можно увидеть красоту, в облаке можно увидеть красоту, в камушке, в воде, как она течет, во всем. И вот если мы способны к этому открытию, и прочувствовать это мы можем, то тогда у нас есть больше шансов на то, что у нас, в принципе, в жизни не все сложится, но многое. И теперь вот такая тоже небольшая негативная отсылка про свободу и про то, как мы можем быть счастливыми. Если вы читали «Антиутопию 451 градус по Фаренгейту», читали, то там как раз-таки говорится о том, что многие люди жили. Там смысл такой, что вот 451 градус по Фаренгейту — это та температура, при которой воспламеняется бумага. И, в общем, там были обычные люди и пожарные, которые сжигали книги. И вроде бы в обществе было все, кроме книг. И там один из
главных героев говорит, что вроде бы у нас все есть, но мы несчастливы, потому что нет знаний. Вот когда он прочитал или познакомился сначала с девушкой, которая читает, но не осознается в этом, у него что-то промелькнуло, то, чего ему в жизни не хватало. И во всех, в принципе, антиутопиях стремятся к тому, первым делом, чтобы отрезать у людей вот этот путь к знаниям. И если вы будете читать многочисленных ученых, каких-то философов и так далее, знание — это то, что спасет нас. Мне очень нравятся такие идеи, что со всеми проблемами в мире можно бороться. Например, то, что хорошее вот это вот у нас в каких-то небольших странах атмосфера сложилась, экономическая ситуация, это можно переложить на другие, применив определенные вещи, если делать, как они. И каждый должен начинать с себя. И даже говорят, вот перенаселение, еще что-то. Перенаселение у нас складывается только потому, что люди не уверены в будущем, что они вот родят 14 детей, а может быть выживет, не может быть, а там действительно выживет 4 в лучшем случае, до взрослого возраста доживут, и они будут потом эти 4 родителям помогать, чтобы родители свои дни как-то дожили, хотя бы что-то у них было поесть. В странах, где экономическая ситуация намного лучше, не рожают 14 детей. Они вкладываются в одного, максимум в двух. И когда мы будем стараться к тому, чтобы в как можно в большем количестве стран не давать, условно, по-другому немножко работать, не давать деньги просто на еду, а думать о том, как дать образование, как стабильность создать в этой стране небольшую, в корень, опять же, смотреть, мы поймем, что вот эта проблема перенаселения сойдет на нет. Потому что если создать элементарно, как Билл Гейтс сделал, туалеты нормальные, хотя бы в некоторых поселениях, чистую питьевую воду, то уже снижается количество детей, потому что снижается, вот снижаются эти риски того, чтобы эти дети погибли, родители уже никак, рожать тоже там, каждые полтора года никому не хочется. То есть есть решение для любой проблемы. И вот когда мы оценим это, что вот у нас есть знания, и мы его принимаем и применяем, то это дает нам определенную свободу действий. И тот факт, что мы вот это осознали, дает нам определенную маневренность в том, что мы создаем. И дальше я хотела бы сказать тоже про Стивена Пинкера, который говорил о гуманитарной революции, если вы не слышали, что она совпала с тем, как у нас в мире появилось книгопечатание. То есть люди, наша цивилизация начали больше читать, и насилие начало постепенно сходить на нет. Тут можно спорить сколько угодно, пока нет точного ответа, потому что это спорный вопрос, потому что люди стали больше читать, или они такие стали эмпатичные, почему они раскрыли такой вот, расширили свой круг восприятия других людей, потому что действительно люди стали думать не только о себе, благодаря книгам, читая книги, а стали думать и о других. То есть они впервые додумались, вот другие животные до этого не додумались пока, что можно думать не только о своих интересах, а о других. И мы видим по всей вот истории людей, что сначала мы думали только о себе, потом думали только о семье, потом думали, например, о своей маленькой деревне, потом о городе, потом о стране, потом уже внутри мы начали думать, например, мужчины стали чуть-чуть думать больше о женщинах, или женщины и мужчины стали больше думать о детях. И все вот эти, потом белые люди стали больше думать о чернокожих, потом стали о гомосексуалистах думать, потом стали думать о животных, и стало больше веганства. Это все результат того, что мы становимся более цивилизованными. И результат того, что мы больше получаем знаний, что мы понимаем, что счастье, оно, в принципе, достижимо, что мы можем мир сделать лучше и менее злым. И это, мне кажется, тоже хорошая и позитивная нота. И вот эта идея, которую мы должны в себе хранить, помогает нам как-то двигаться вперед. И так как я учитель все-таки иностранного языка, я учу людей общаться, мне очень важно то, как люди говорят. И вообще не только учитель иностранного языка или вообще языка, например, в контексте нашей страны, русского языка, но и учителя литературы, учителя любых предметов, где нужно говорить, выполняют невероятно важную функцию, если они ее выполняют, когда заставляют детей говорить. Потому что даже есть такие исследования и статистики, исследовали речь политиков. Это, опять же, из книги, не сама я до этого дочиталась, это в книге Стивена Пинкера, исследовали речь политиков, и у тех политиков, в которых речь наиболее бедна и некрасива, было больше проявлений насилия. То есть, уча наших детей, наших учеников
говорить красиво, замысловато, более сложно, мы тоже сделаем мир сложнее и прекраснее, то есть с большими нюансами. И вот это самое главное, потому что сейчас я вижу, что иногда мы заставляем детей просто отвечать, например, галочками, решать какие-то вопросики, и они вообще не говорят. Я постоянно: а что ты сказал, а давай пусть будет шумно. У нас в классе, в школе, я говорю, я почему-то, вот я не люблю, когда у нас тихо. Я говорю, должен быть базар, я вот это всегда слово употребляю. На уроке иностранного языка, в принципе, на любом уроке должен быть базар. И не важно, что рядом еще один базар в другой аудитории. Мешать это никому не должно. Люди должны стремиться к тому, чтобы выражать свои мысли. И это самое важное. И когда человек может выражать свои мысли, он обретает определенную телесность и самость. Вот я недавно с другом своим встречалась, наверное, недели две назад, и он мне рассказал о том, что он пошел на какой-то марафон, и, в общем, там они обсуждают сложные вещи. И он мне рассказывал с таким даже упоением. Вот мы обсуждаем, что такое мужественность, вот мы обсуждаем, что такое ответственность и так далее. И, в общем, я многое понял для себя. Он уже взрослый человек, и у него уже дети, и давно он уже женат и так далее. Я говорю, а мы это на уроках обсуждаем. То есть, но он для себя какие-то вещи осознал. И, может быть, иногда нам кажется, что мы понимаем, что такое любовь. Может быть, мы понимаем, что такое ответственность, может быть, мы понимаем, что такое профессионализм и так далее, но если мы это не обсудили, если мы этих нюансов не озвучили, то есть вероятность, что мы это понимаем не до конца. И то есть вот говорить об этом максимально важно. Особенно важно, вот все смеются над психотерапевтами, классическая картинка, психотерапевт сидит за спиной у лежащего и просто там спит, что он там делает, еще что-то. А вот лежачий вот этот выговаривается. Так это же очень важно, чтобы человек выговаривался. Здорово, что у человека есть деньги пойти к психотерапевту и вот высказать все, что он думает, потому что мы действительно можем додуматься до всего. Конечно, опять же, мы можем прийти к тому, что во всем виноваты родители, но следующий этап, что и у них были родители, они тоже виноваты. И это в рамках общества. У нас же общество какое? Мы не можем учить, вот у нас, в России, по крайней мере, и во многих других, я просто не буду говорить о других обществах, в которых я не росла, у нас много таких всяких различных поговорок. Меньше знаешь, лучше спишь. Или когда мы пугаем, например, людей, наших детей, например, я видела, я с собакой сижу на вокзале, и подходит какой-то ребенок, и его, мою собаку зонтом вот так он подпинывает. Я хотела возмутиться, скажу так, вот, а мама говорит, увидела мое лицо и говорит, что не тыкай собачку зонтиком, потому что она тебя может укусить. То есть она ее, эту девочку, учит через страх. Так не должно быть. И я сказала, что моя собака не укусит точно, потому что у меня собака цивилизованная. Вот. Но в любом случае никого нельзя зонтом не тыкать, потому что это живое существо, его нужно уважать точно так же, как я не могу подойти тыкнуть вообще никого. Не могу. И вот это тоже осознание того, что ты не можешь никого тыкнуть, что из правильных вещей, не потому что ты боишься. Точно так же я видела, когда ребенка тянет мама с площадки, говоря, что вон тот дяденька сейчас тебя заберет. Да у ребенка, может быть, вообще травма на всю жизнь будет. Тут, почему? Или я, например, сейчас ты не пойдешь со мной, я тебя тут и оставлю. Это не при обучении. И вот я иду, и у меня постоянно, вот каждый день, если мне вдруг встретится какая-нибудь, я где-нибудь среди детей, среди мам, я слышу такое. Это все через страх. И вот это не должно быть. Нужно действительно ребенку сказать. Мне нравится, кстати, книжка Юлии Борисовны Гиппенрейтер, когда она вот написала: услышать ребенка как, по-моему, она называется. И то есть услышь ребенка, иногда он тебе пришел, пожаловался на что-то, ты ему ответил определенным образом. И тут уже общение происходит. И ребенок выговаривается, что мы, и взрослые, и родители, и учителя иногда захлопываем ребенка в себе, и он уже не может сказать. Он не может сказать, что он хочет, потому что родитель торопится. И, например, он пытается выразить свои мысли, иногда даже совсем маленький ребенок, у которого речь не сформировалась, и ребенок пытается, а его мама или папа заканчивают фразы за него. И он уже раз попытался, два попытался, и он понимает, что у него, наверное, за него скажут. А потом мы ругаемся, что он не может выразить свои мысли, что он не может выразить своего мнения, или что у него его просто нет, потому что он это даже не озвучил. То есть очень-очень много таких вещей, это все строится на речи. И недаром, например, есть такая теория планомерного обучения, по-моему, она называется, я вот сейчас точного названия не вспомню, Гальперина.
И там один из этапов того, как надо учиться, это внешняя речь. То есть, когда человечку дают вот это сделать, вот это сделать, вот это, и предпоследний этап, он должен озвучить абсолютно все, что он делает. Это позволит ему не пропустить этапов. И то есть в этом тоже есть. Он так сначала внимательно ко всему относится, все проговаривает, что потом у него все получается и становится автоматически. Но вот через этот этап нужно пройти. И когда мы говорим о том, почему мне больно, почему я, например, грущу, почему я счастлив? Это очень... Вот что ты прочувствуешь, когда я тоже вижу, что с какого-нибудь футбольного матча идет мама с ребенком, и она не дает, мы опаздываем куда-то. Она его привела на футбол, выполнил свой материнский долг, и потом он там выиграл, но уже никому это не интересно, как он себя чувствует, не упал ли он там или упал, рад он победе, что его... Что он, над чем он хочет поработать и так далее. То есть этого нет. То есть все нужно проговаривать, и тогда человек понимает свои границы. А когда он понимает свои границы, он может стремиться дальше и развиваться. Например, человек, который понимает, что ему нравится или не нравится, он, скорее всего, отстоит, сможет отстоять свои интересы, когда будет выбирать институт. И не будет того, что мы 5 лет учимся где-то, а потом учимся 5 лет где-то еще. Понимаете? У меня из института была очень большая группа, не группа, а поток вот наш. И я, наверное, действительно по пальцам могу пересчитать тех людей, которые стали преподавателями или вообще как-то свою жизнь с иностранными языками. А у нас было очень сложно, я не знаю, зачем эти люди мучились. И преподаватели мучились с ними. То есть это неправильно. И все изначально неправильно, потому что дети не понимали действительно. И у нас нормально говорить, что ребенок, подросток, на первом курсе не знает, что он хочет делать. Нет, это ненормально. Если он до этого бы 15 лет или 12 хотя бы пытался понять, что ему нравится, если бы у него спрашивали, что он нравится, если бы давали возможность ему менять или не менять что-то, и все это обсуждая, то, скорее всего, было бы намного больше шансов того, чтобы он выбрал правильный какой-то путь. И точно так же у нас, может быть, меньше людей было бы в институте, когда и родители понимают и слушают ребенка. Зачем ему институт, если он, например, хочет рисовать? Бывают художественные институты, но, может быть, ему бы хватило каких-то определенных техник, и он уже дальше бы развивался. Или ребенок не хочет быть парикмахером. То есть высшая школа парикмахерства, окей, но там не... То, что высшее образование, это же что? Это высшая математика, это еще какие-то вещи, которые не всем пригодятся, это, может быть, и неинтересно. То есть нужно всегда об этом думать. И что нам нужно делать как преподавателям, и как родителям, и как ученикам, это стремиться к тому, чтобы мы были автономные в учебе. И мне кажется, самое важное – это любовь к знанию. А чтобы было вот это вот осознание, энтузиазм, нам опять же нужно говорить. Вспомните те моменты, когда вы один знали что-то. Вот я себе, например, спросила, а кто читал 451 по Фаренгейту? Все-таки, я читала, но руку не буду поднимать, но это здорово. Вот, а кто сказал, нет, не читал. Вот было такое ощущение. Или, например, а вы знаете, сколько 451 по Фаренгейту будет в Цельсиях? Кто-то обрадовался, кто-то не обрадовался. Я посмотрела, там 232, по-моему, и 7. То есть интересно, запомнили и так далее. А что бывает в Цельсии, а почему бывает Фаренгейт? Это приятно. И когда мы говорим ребеночку, не хвастайся, потому что ты это знаешь, а просто изнутри почувствуй, что ты это знаешь, а другой не знает. Вот у нас Роман сидит, он у нас всегда, он очень хорошо говорит по-французски. И мы всегда его хвалим, потому что мы восхищаемся. Он даже иногда французский говорит лучше, чем я. Он знает намного больше слов, мне кажется. И вот это же очень приятно, мне кажется, когда человек вот в группе отличается, когда в классе люди отличаются, правильно? И не потому, что он зазнайка, а потому, что ему действительно приятно знать. И когда мы видим ребеночка, он чему-то научился, мы обязательно должны его похвалить. И не только похвалить, а мы сказать, должны сказать, как ты этому научился? А я это делал, а я это. И он сам поймет себя в процессе обучения, что он сначала заинтересовался, потом попробовал еще раз, потом спросил все-таки, как это делается, ему показали. Потом он еще раз попробовал, а теперь он может показывать это всем. Когда вы видите в классе человек, который может всем все объяснить в маленькой школе, даже на курсах, и когда, как он себя чувствует. И мы почему-то очень часто стремимся к тому, чтобы этого человека принизить. А что ты так возгордился? Да? Что ты себя умным устроишь? А это же прекрасно. Он знает то, чего не знают другие. И он поможет тем, кто не знает, знать. И вот это нужно. И когда мы вот... И нет лишнего знания. Вот, например, говорят, физика. Ну, когда мне поможет физика? Мне физика помогает каждый день. Я, конечно, слишком серьезные теории не принимаю, но у меня была Галина Львовна, учительница по физике. Я помню, она там про энергии рассказывала и так далее. Вот я когда ночью с работы прихожу или там из гуляночки, мне нужно сварить собаке еду.
Я думаю, вот если я положу сковородку в морозилку, она наберет энергию, вот это вот, чтобы холоднее было. А пока я буду варить ему гречку, я потом эту сковородку переложу и потом вместе со сковородкой положу в морозилку, у меня остынет быстрее. И у меня вот это вот «е» в голове и так далее. Потому что это же... Я не знаю, почему, но вот это нам Галина Львовна так объясняла, что это вот применимо. Точно так же я всегда думаю о рычаге, что вот условно вот подальше я что-нибудь там нажму, и у меня с легкостью поднимется. То есть физика, она везде помогает. Или когда я по поверхности что-то раскладываю, я знаю, что мне нужно вот вес разместить немножко вот так вот, а не в центр, например, чтобы это все у меня не рухнуло и так далее. То есть постоянно, точно так же математика. Конечно, можно говорить там о каких-то очень сложных теориях, опять же, мне хватает сложных процентов, чтобы, например, чуть-чуть больше зарабатывать. Опять же, прилагая меньше усилий. В магазине я могу посчитать, пока девушка будет искать калькулятор. Это тоже приятно. То есть биология, анатомия. Я смотрю, например, фильмы, мне очень нравятся фильмы всякие про больницы. Я смотрю, я уже понимаю, где какой орган. Понимаете, это как приятно. То есть некоторые не могут ткнуть точно, где у них органы. А я вот это знаю. Многих вещей я не знаю. Но все равно, то есть нет никогда лишнего знания. И любой человек, который преподает какой-то предмет, значит, ему этот предмет нравился. И вот он эту любовь должен ученикам дать. Я с трудностью могу вспомнить, например, какие-то очень позитивные вещи, например, если будем изучать адыгейский язык, но я не преподаю адыгейский. Наверное, человек, который это преподает, если такие есть, сможет это найти. Я преподаю французский. Я постоянно пытаюсь, любовь именно к этому, что вы пойдете в какое-то кино, там будет кто-то что-то по-французски говорить, вы будете слушать песенку, там будут фразы по-французски, вы будете идти в музей, там обязательно один из языков, практически во всех музеях будет французский. Много каких-то терминов, когда вы танцуете. В литературе вы будете не смотреть на сноски, когда вы читаете классику. То есть есть столько таких вещей, которые действительно приятные. И это не учитывая того факта, что вы просто развиваете свой мозг, что вы узнаете какие-то вещи, которые помогают вам лучше выражать свои мысли на родном языке, что у вас появляется дополнительный источник информации, которого просто не было. Есть очень много вещей, которые не переведены на все языки мира. И то есть что-то написано на французском, я хотела бы это прочесть, у меня есть эта возможность. То есть вот это любовь к знанию, просто получить удовольствие от того, что ты знаешь. Я, например, очень люблю сложные вещи читать, какие-то теории, и у меня мозг просто изнутри вот так в очень позитивном смысле взрывается, когда «О, я это узнала!» И я еще это поняла, потому что я кому-то скажу, он не поймет. То есть это приятно и не стыдно. Я рада, что я знаю, и я горда за то, что у меня вот это ощущение есть. Я помню, я пришла на первый курс в университет, я не уверена была, что я поступлю, и мне светил какой-нибудь или ПТУ, или максимум какой-то наш тульский, например, вуз. Не уверена была тоже. И я когда пришла, первый урок была, кроме фонетики, потом была история культур каких-то, не помню, как это точно предмет назывался. И я даже не верила, что мне о таких вещах, потому что мы в маленьком городе, мы практичные. То есть вот умей шить, умей вязать, даже сейчас, в 21 веке. Умей готовить, умей там, не знаю, продавать в магазине, за кассой стоять и так далее. И когда мне рассказывают про какие-то античности, про мифы, я думаю, о, ничего себе, там, шел как на Голгофу, я поняла, что это такое, слышала, не поняла до этого. Или какие-нибудь там ложи, или, например, про Афину что-то. Я слушаю, у меня какие-то отрывочные знания были, и тут у меня все это в пазлы складывается в нормальное, в картину, в целостную. Это я ходила как на праздник, и я не шучу, потому что я вроде бы до этого иногда ходила в театр, я ходила танцевать, но уроков по культуре у меня не было. И преподаватель у нас был очень хороший. И вот это ощущение, что я вдруг знаю, и что я думаю, с кем бы я могла это обсудить. И я нашла потом людей, с кем я смогла это обсудить. Ну и даже если бы не смогла, мне многие вещи в кино, в книгах потом стали намного понятнее с этими знаниями. И до сих пор я открываю какую-то книгу, и понимаю, что вот сегодня я это узнала, до этого 10 тысяч раз это видела, и не обращала внимания, не понимала этого потаённого смысла, потому что я просто была не в курсе. И сколько таких вот интересных просто, как драгоценных камней в нашем мироздании есть, которые просто проходят мимо, и мы не можем их оценить, потому что мы просто не знаем. Далее, отношение к ошибкам. Все должны относиться к ошибкам хорошо, но не наплевательски. То есть если вы что-то делаете не так, если вас это ранит, это значит, это точка роста. Есть, например, ну вот, я не знаю, какие-то люди, которые не обращают внимания на то, как они говорят.
Окей, если им это не важно, им скажут, ну ты что-то там зашепелявил, или ты сказал очень много слов-паразитов. Если его это не трогает, значит, это не его точка роста. Ему я могу сказать, что ты водил как-то очень резко, и меня укачало. Он скажет, все, буду работать дальше, исправлюсь, в следующий раз поедем, будет хорошо. Моя точка роста – это речь, потому что я всегда, я очень обращаю внимание, как другие люди говорят, мне очень нравится, как люди говорят на каких-то выступлениях, такие как TEDx. Я смотрю и думаю, как бы мне сделать так. Другая точка роста, что я поняла, что мне не надо говорить, как они, когда они выходят на 17 минут, рассказывают свои истории, потом они делают так, чтобы публика засмеялась, потом еще что-то. У меня какой-то период такой был, я пыталась повторить, не получилось. Мне приятнее общаться вообще, как я с людьми общаюсь. Вот, то есть просто рассказывать то, что я думаю, пытаюсь максимально это выстроить в какую-то структуру, но мне вот приятно передать то, что я думаю. Я поняла, что я, наверное, даже себя не вижу, я себе мечту какую-то другую дала, я не представляю, что я вышла на каблуках, какая-то очень красивая, и вот так с одного угла сцены выхожу в другом углу сцены, и вот такими красивыми фразами говорю. Это просто буду не я, но, может быть, этот вот человечек будет выглядеть, как я, очень похоже, но я так не хочу говорить, я даже не смогу свои мысли выразить. Может быть, когда-то, но не сейчас. И очень много у меня еще есть каких-то точек роста, на которые я обращаю внимание. Дальше, я в учебном процессе. Вот это, наверное, самое важное, потому что мы должны понимать, это должны знать все абсолютно люди, как мы учимся. Вот нам Выгодский давно-давно сказал, ну как давно, 100, там, 30 лет назад, сказал, что есть определенная зона развития. Это то, что я могу сначала сделать с кем-то, я вижу вот свои возможности, а потом могу сделать, ну, потренировавшись один. И в этом пути абсолютно нормально делать много-много ошибок. И нужно абсолютно адекватно воспринимать то, как я запоминаю, как я учусь. Ничего не получается сразу. И когда я вижу учеников, которые приходят и очень сильно расстраиваются, что у них что-то не получается, или что-то они не запомнили 1000 слов за 5 минут, что странно, мне кажется, да? И вот они прям говорят, все. И вот с ними начинаешь разговаривать, ты гений. Ты сколько у тебя было такого опыта, что ты 1000 слов за 5 минут выучил? Ни разу. Но почему ты думаешь, что там 25 лет ни разу этого не сделал, и вдруг сегодня у тебя такое случилось? Ты сам себя загоняешь в угол. Очень много людей каждый раз мне говорят, вот вы нас демотивировали. Но не каждый раз, слава богу, но много людей мне говорят, вы нас демотивировали, вы там слишком на нас как-то нажали. Я думаю, вы сами себя больше, чем я, демотивируете, ругаясь на себя, еще что-то. Я вам сказала конкретно, что вот это надо исправить, вот это и вот это. Я вам дала конкретные указания, что вы себя после этого с моими какими-то указаниями и данными демотивировали, это уже ваша проблема. Не надо себя демотивировать. То есть, да, не получилось, я постарался, я сделал это, но не сейчас. Следующая моя задача – сделать лучше, чем я сделал вчера. Все. То есть, как мы запоминаем? Нужно понимать, что вот дальше я сейчас тоже про это скажу, как у нас вообще процесс обучения продвигается. Что сначала, например, может быть что-то быстро, а потом у нас наступает какой-то момент затишья, где мы просто накапливаем знания, и потом до следующего этапа будет казаться, что никуда мы не двигаемся. Это нужно понимать. Нужно понимать, что для меня важно в организации моего учебного процесса. Что если, например, у меня телефончик с собой, я на него постоянно смотрю, нужно обсудить это, сказать, вот он тебе помогает. Конечно, они сразу скажут, это мой словарь, может быть. Но если тебе кто-то там постоянно пишет телеграмчики или ватсапчики, скорее всего, это не помогает. И нужно сказать, ты можешь это делать. Но пойми, как это влияет на твой учебный процесс. Может быть, это плохая привычка, давай с тобой будем бороться. Может быть, ты оставишь его где-нибудь на ресепшене, твой телефон, или где-нибудь в шкафу, в сумке и так далее. То есть себя понимать, как я лучше запоминаю. С утра я лучше запоминаю, ночью я лучше запоминаю. Один раз учась, или мне нужно по чуть-чуть, обычным людям нужно все-таки по чуть-чуть каждый день читать. Что самое сложное в моем обучении? Может быть, это привычка. Я умный человек, я очень хорошо все понимаю, но просто не могу заставить себя заниматься. Тогда давай работать над этой проблемой, если ты хочешь добиться результатов. Давай каждый раз с тобой по 5 минут делать какие-то упражнения. Давай по 5 строчек с тобой каждый день писать. Потом ты будешь уже увеличивать, во-первых, это время, и будешь не каждый день заниматься. Когда привычка. Это вообще, может быть, не проблема мозга, а проблема того, что ты не можешь себя организовать. То есть понять то, какой я ученик. И это важно, и мы с каждым учеником должны это умными вопросами выяснять, чтобы человек дальше мог как-то сам ориентироваться. И это приводит к автономности. И последнее, конечно же, мои интересы и приоритеты. Я вообще за то, знаете, вот у нас есть 5-бальная шкала, во Франции есть 20-бальная. Я за то, чтобы у нас не было такой шкалы, а было бы, например, начинающий, там, немножко знающий, среднее знание и так далее. В конце специалист.
Вот если я в математике совсем чуть-чуть знаю, есть какие-то критерии, могу решить задачи первого уровня и все. Вот значит, я начинающий. Все. Это не двоечка, это не троечка, я просто не накопила знаний. А если я, например, по-французски очень хорошо говорю и могу делать разные упражнения, времена, то я уже на данном этапе специалист. И вот это уже немножко переворачивает. И я абсолютно уверена, чтобы знать все, нам как бы невозможно. Невозможно быть специалистом во всех областях. Но можно выбрать себе какие-то определенные вещи, например, французский, опять же, математика, история, литература, что-нибудь может быть более конкретное и так далее, объяснив это тем, что «а давай попробуй». Вот если ты, тебе не, ну, ты не можешь представить, как ты будешь математику применять в жизни, но ты же будешь зарабатывать деньги, может быть, ты на бирже будешь играть, может быть, ты будешь ипотеку брать и так далее, это же не исключено, все равно это пригодится, это раз. Во-вторых, это хорошая гимнастика для мозга и так далее. Давай попробуем, пусть у тебя в других будут, учителя тоже, и вся система должна быть переделана, что пусть другие, вот у тебя, например, 10 дисциплин, где ты дебютом, начальник, то есть ты знаешь просто вкратце, о чем речь. Есть какие-то вещи, например, еще там 5 дисциплин, которые тебе нужны для общего развития. Это история, это культура и так далее. Потом, например, есть вещи, которые тебе важны для функционирования вообще в социуме. Это обязательно обществознание, где нужно понять, что такое закон, что такое конституция, что такое твое право, что такое выборы и так далее, чтобы человек понимал себя как гражданин. Дальше. И что тебе очень сильно нравится? Ты дальше это изучаешь. То есть вот эти вот моменты. И, конечно же, если ты выбрал себе эти дисциплины главные, ты должен в них преуспеть. Потому что от этого зависит твое благополучие и дальше твой выбор, куда ты пойдешь. То есть это очень важно. И самое главное, чем бы ни занимались, это качество. Невозможно делать плохо и жить хорошо. Причем человек, который стремится к качеству, это видно по всему. Это, например, я хожу часто по бульварам, и я недалеко живу от Гогольского бульвара. И если вы там будете, посмотрите, как там сделаны тротуары. Это ужас. Там, во-первых, иногда вот такие вот пролеты, а в-третьих, иногда вот они вот так сталкиваются. То есть там еще какой-то кусок тротуара куда-то в не туда идет. И вот если бы я делала тротуары, ну вдруг так сложится, я бы никогда так тротуар не сделала. В моем сознании нет идеи, я же не думаю, что человек работает на трех работах, а по совместительству делает тротуары. То есть он делает тротуары, в принципе, это его работа. И единственная вещь, которую ты делаешь так. Что можно о жизни вообще сказать? То есть о том, как ты ценишь свое время, потому что время – это самый главный ресурс. Как ты потратил свое время? Ты вот на это, и даже если мне бы платили за это $1 миллион, я бы все равно сказала, и сказали, как сделаешь, так делаешь. Ну уж раз мне платят $1 миллион, я все равно сделаю хорошо, даже если бы мне не заплатили ни на доллар меньше, правильно? И то есть, что бы вы ни делали, нужно делать хорошо. И поэтому мне, например, не нравится, когда ученики берут и списывают, я вот особенно в институте я работала, я говорю, через, например, неделю вы должны сделать юнит. Но опять же, там небольшие какие-нибудь юниты или, вот, например, несколько страниц, я вижу, что он ночью сидел или она, и уже вот так вот они пишут, там засыпают, там уже вот просто от лба, мне кажется, следы, и ошибок, ошибка на ошибке. И я говорю, ну вот ты же, во-первых, не спал, во-вторых, сделал так, что я свое время теряю, и ты свое время теряешь, потому что вот тебе все надо переделывать. И когда в человеке есть стержень, он понимает себя, понимает, что вообще происходит, ценит свое время и ценит время человека, он скажет, я хочу спать, я все равно хорошо не сделаю, я завтра приду к моему преподавателю и скажу, если преподаватель адекватный, а такие должны быть, мы сейчас в идеальном мире с вами, я был занят, у меня, например, у друга был день рождения, этот друг очень хороший, я решил, что я и так много учусь, а с ним мы давно не виделись, и мне этот друг очень важен, я решила с ним время провести, и вот до этого он не планировал свой день рождения, а сегодня вот в день позвонил мне и сказал, что будет, я решил вот не пожертвовать домашней работой и пойти к нему на день рождения. Но я вам обещаю, что, во-первых, я сделаю эту домашнюю работу позже, а если у вас есть где-то ответы, я давайте посмотрю, сравню и пойму, что правильно, что неправильно, если будут какие-то вопросы, задам. Понимаете, вот это. То есть качественная работа. И когда вот, и это выражается во всем. В том, что, например, кто-то, это моя больная тема, кто-то выкидывает раздельный мусор. Он вроде выкидывает,
но тут он это сделал немножко не так, тут он не сполоснул, тут он что-то лишнее кинул. Вот вроде бы он и выкидывает мусор, а потом все равно это все выкидывается в другую штуку, ну то есть в другую мусорку. То есть если ты уже решил сортировать мусор, делай это как человек. Не надо себя обманывать, что ты сортируешь мусор. И много еще каких-то таких моментов, когда человек ориентируется во всем на вот какую-то планку определенную, которую себе задал, хотя бы вот нижнюю, то тогда опять же у него в жизни все получится, ну, по крайней мере, лучше, чем могло бы получиться, если бы этой планки не было. И тут заключительная уже часть – успешные и неуспешные. Есть успешные люди, я не знаю, вот какие критерии у вас, у меня есть определенные. Есть неуспешные. Есть люди, прям вот я их вижу, мне хочется, чтобы я была на них похожа. Есть очень много вещей, которые мне вот… Я, например, не очень хороший начальник. Я очень эмоционально отношусь, это Мария работает. Вот. Я очень эмоционально ко всему отношусь, если я вижу, как-то в рекламе показывают там… Какой-нибудь суперначальник приходит, всех похвалил, всем все рассказал, вот, что-то там забодрил их, там, все проблемы решил. Вот я не такой. У меня бывает еще такое, называется чайка-менеджмент. Вот когда пришел, наорал и ушел. Вот, ну, и потом думаешь, а что это? Я же, наверное, им не объяснила. Вот, но я уже стараюсь так не делать, но до этого было очень похоже так. Многих вещей я не знаю, и я вижу, что у людей стресс. Только потому, что я им не объяснила. Или я дала очень много задач, и они знают, какие приоритеты. А мне не хочется думать над приоритетами. То есть есть очень много вещей, над которыми я пока не властна, но пытаюсь. Так вот, я вижу людей, которые мне очень нравятся, директора, я вижу, какие у них фирмы. Я вижу людей-преподавателей, которые мне нравятся, я хочу походить на них. Я вижу девушек, женщин, которые мне нравятся, мне хочется от них что-то взять. Но опять же, то, что подходит лично мне. И я каждый раз это исправляю и пытаюсь вроде бы на правильном пути. Так вот, есть люди, которые неуспешны, и во мне это тоже есть. И когда я смотрю на это, я, по крайней мере, тоже вижу пути к развитию. Я вижу те люди, у которых, например, нет графика, они встают неважно какое время, зачастую они менее успешные, чем другие. Те люди, которые плохо едят, вот прям непонятно что, они... У них плохое настроение, у них плохая кожа, у них зачастую проблемы с лишним весом. Они в возрасте уже чувствуются с суставами проблемы и так далее. Те люди, которые мне нравятся, 80 лет выглядят просто огурцами, и они меня еще перебегут. Так вот, люди, которые, например, мало читают, с ними неинтересно говорить. Люди, которые говорят, вот такое выражение, получилось, мне, тут вот так оказалось, вот это все, да, когда они не говорят, я это сделал, я не подумал, я не предусмотрел, у них хуже результаты, чем те, которые говорят, что здесь я вижу, что неправильно у меня вот сложилось опять, да, но я это исправлю сам. То есть вот это все очень показывает характер человека. Я стремлюсь к тому, чтобы у меня не было вот этого «се», как можно меньше, по крайней мере. И то есть есть люди, которые не контролируют себя, я очень эмоциональна, и у которых, например, бывает очень много конфликтов. Я думаю, как сделать так, чтобы у меня не было этих конфликтов? Потому что успех людей состоит в том, как они могут налаживать контакты. И если вы, опять же, прочтете книги, я вот, например, читала Юваль Харари, книга «Краткая история человечества». И он говорил, что мы другие виды, вот человеческие, обогнали потому, что мы смогли договариваться. То есть мы смогли разговаривать, вырабатывать какой-то план, потому что мы в кооперации можем добиться намного больше, чем воюя с друг другом. И, в общем, я поняла, что, наверное, мне нужно учиться говорить. И это тоже определенный этап, когда я, пусть какой угодно будет не очень хороший человек, если я даже с ним не поссорюсь, то это тоже определенная какая-то ступень развития моего. И вот, опять же, неуспешные люди не умеют договариваться, не стремятся к этому. И это важно. Вот, то есть вы смотрите людей плохого примера и хорошего примера и пытаетесь для себя что-то выбрать и дальше уже стремиться. И небольшие примеры тому, как можно учить. Вот на уровне А1 или с детками, как я уже говорила, можно рассуждать о том, вот как ты учишься, как ты понимаешь, что ты делаешь. Например, вот даже в учебном процессе у нас есть такие тексты, диалоги или какие-то аудио, которые мы прослушиваем. Мы должны сказать, чтобы человек себя понял в обучении, почему мы прослушиваем два раза. Потому что мы привыкли к тому, что мы говорим, мы прослушиваем два раза, потому что... Или мы просто прослушиваем два раза, ничего не объясняя. Вот.
А он должен сам догадаться, потому что с первого раза сложно понять, он вообще должен понять контекст. К первому разу совершенно простые вопросы какие-то общие идут, чтобы человек осознал себя в ситуации. А уже второй раз там будут немножко более конкретные вопросы, на которые он уже сможет ответить, сразу на все не надо отвечать. И это снимает очень большой стресс человека, потому что иногда даже, я вижу, учителя дают слушать что-то человечку, он ничего не понимает, они говорят, да это не нужно было все понять. Просто что-то ты понял, мы будем два раза слушать. То есть нарушена вообще схема и вот категория, порядок того, как это нужно было человеку объяснить. И вообще человек в этот раз, так как это не проговорено, так как он это не осознал, в следующий раз будет чувствовать себя точно так же. А если мы это осознали, что у нас есть тексты, которые мы читаем два раза, сложные тексты мы читаем три раза, с первого раза никто не должен ничего понять, со второго чуть больше должны понять, а с третьего практически все, но не все, в зависимости от уровня. И то есть, когда человек понимает себя в процессе обучения, мы этому учим, он себя чувствует намного более комфортнее, чем до этого. Вот организация уроков. Рассказать, почему мы сначала начинаем с домашней работы, почему мы сначала спрашиваем, как у тебя дела, чтобы он разогрелся, чтобы он понял, что вообще творится, опять же. Почему в конце мы не просто схлопываем, например, не успели что-то сделать, а мы даже, если не хватает времени, мы говорим, ладно, мы не будем делать, что мы запланировали, чтобы на середине активности не останавливаться, мы сделали это в прошлый раз, а давайте сейчас повторим, что было сегодня на уроке, какие слова мы с вами выучили. И должны мы это ребенку или ученику объяснить. Почему? Потому что он уже в конце урока немножко забыл, что происходило на уроке. И когда мы в конце урока повторяем это 5 минут, а какое мы сегодня слово выучили? Да, мы сегодня выучили слово, например, какой-нибудь там паровоз. А какое мы еще слово выучили? А еще слово книга. А какое правило? И он уже опять прошелся вот по этапам хронологически в своей голове того, что он изучал, и ему лучше запомнилось то, что было на уроке. И вот он в организации это должен понимать. Далее, если на уровень B1 какие-то более сложные процессы, с которыми своевременно он сталкивается, плато, да, то, что он учил-учил, ему казалось, что до B1 он доскакал прям как это быстро-быстро, в общем, и вдруг он не видит вообще, где это все закончится, когда он выйдет на путь B2. Ему нужно объяснить, что это психология, что представьте маленького ребенка в 5 лет, сколько он знает всего. Он знает, конечно, название всех игрушек, название многих фруктов, он знает какие-то легкие глаголы, но он не знает слов, например, которые относятся к истории легкой, даже вот просто science fiction, не то, что какая-то научная литература. А, например, в 8 классе ребенок, подросток, уже знает эти слова. И в 8 классе у него образуется, вот если там до этого условно нужно было выучить 100 слов всего лишь, и ты уже этого уровня добиваешься, то вдруг ни с того ни с сего на B2 нужно выучить сразу 10 тысяч слов, потому что появляются и синонимы, и различная грамматика, и просто даже разные уровни. Тебе не просто надо эти слова сложные из разных понятий выучить, тебе нужно еще это в сложную грамматику на разных уровнях применить. То есть это совершенно другое. И когда человек это понимает, он не сравнивает, что он А1 прошел за 6 месяцев, а B2 он не может за 6 месяцев пройти. У него нет стресса, когда он вообще это все осознает. Когда стресс и когда сложно, значит, что-то непонятно. И опять же, это кажется, ну, стресс, ну, учит. А у него, может быть, самооценка падает, у него уверенность в себе падает, у него появилось в жизни еще что-то, что делает его неуверенным в себе, и он думает, что он, неудачник. А должно быть все наоборот. Естественно, все проходит. А естественно, это так, когда это больше времени занимает, больше усилий и так далее. Дальше, С1. Вот примеры дала, у нас есть учебник замечательный, там, по-моему, один из первых юнитов посвящен смерти. То есть, мне кажется, это что такое смерть? Человек, это вообще табу, это тема. А это, в принципе, не так, потому что это, конечно же, большая травма, но эта травма у нас появилась буквально 60-70 лет, 100, может быть, после Первой мировой войны, когда это просто повсеместно стало, и когда это можно уже было как-то обсуждать, перестали, начали прятать, здоровье у людей повысилось статистически, и люди стали умирать реже, и поэтому это стало как-то более страшно восприниматься. Но вообще смерть это не такой страшный какой-то, не страшная вообще-то тема. Мне нравится очень книга, которая называется «Посреди жизни». И там автор, которая работала в больнице, она медсестра, она рассказывает об этом, она рассказывает о
когда оживляют людей, реанимации. Она рассказывает об эвтаназии и говорит о том, что это, в принципе, естественно. Она рассказывает о каких-то таких ритуалах, что такое похороны и так далее. И мы, в принципе, в наших книгах все то же самое в учебниках обсуждаем. И когда человек понимает, он скажет, ну, естественно, точно так же, когда животное умирает, ну, вот ему отведено 10 лет, ему отведено 15 лет, это нормально, и нормально похоронить, нормально потом немножко вот этот вот deuil во французском, то есть, опять забыла слово, в общем, как называется, траур отходить и так далее, то есть это все нормально, это так люди жили очень много-много лет, и все, мы это озвучили и уже по-другому относимся, точно так же, как мы относимся к детям. Как я уже сказала, раньше была привычка заводить 14 детей, сейчас одного. Есть child-free, нужно понять, что вот человек на другую сторону тоже встать не хочет заводить детей, потому что он не знает, что будет завтра. С точки зрения политики, с точки зрения социума, с точки зрения природы. Может быть, через 50 лет у нас, как в каком-нибудь страшном фильме, будет только кукуруза. И если я не хочу, чтобы мои дети в этом обществе жили, я трусишка, но что делать, это мой выбор. То есть вот это тоже нужно обсудить. Или, например, веганство. Много вещей мы не обсуждаем, но... потому что это привычка такая. То есть нам сказали, что нужно есть мясо. А было ли мясо 150 лет назад? А было ли оно в таком количестве? А было ли это мясо такого качества? А жили животные в таком, ну, вот вообще в таких условиях, в которых они живут сейчас? А нет ли сейчас что-нибудь такого, что наука добилась, что мы можем без этого жить и сделать наше существование на планете менее таким агрессивным и за счет других видов и так далее. То есть мы об этом не говорим. Или же, например, мужественность. Что такое мужественность? Когда я была маленькая, я могла влюбиться в Чак Норриса. То есть он такой хоп-хоп-хоп-хоп. Но сейчас пойдет мужик с голым торсом, и вот с этими штуками вряд ли я влюблюсь прямо сразу, с первого взгляда, даже со второго. Понимаете? Я поговорю, ну, как бы... прости. И то есть меняется. Что такое? Может быть, мужественный человек — это который сейчас будет думать обо мне и понять, как мне за зумы заплатить. Потому что я сейчас за зум не могу заплатить. Понимаете? Это вот он продумал и так далее. То есть это совершенно... У нас мы не можем быть категориями каких-то вообще других эпох, когда реалии уже изменились. Или что такое ответственность, то же самое. Это вообще очень сложное слово. За кого я ответственна? Сначала за себя. А потом, как этот круг вообще, до какой степени он расширяется? Мы должны это обсудить. Вы можете на этот вопрос сразу ответить? За кого я ответственен? Это же такой вопрос, который, опять же, выстраивает то, с каким чувством я встаю каждый день. Я, например, знаю, что если я чуть-чуть сдамся, если я чуть-чуть расстроюсь, если я чуть-чуть там будет у меня меньше энергии, от меня зависит еще, по крайней мере, ну, пару сотен человек, мои сотрудники, еще куча учеников, которые... у которых изменится жизнь, если я расстроюсь, например, да, вот в плане как инструмент музыкальный. То есть это ответственность, зона моей ответственности. Моя собачка расстроится, что очень важно, и так далее. То есть это, без этого просто жить нельзя. И, конечно же, стереотипы. Как я уже говорила, стереотипы особенно на семью. Это меня вот больше всего беспокоит, когда вот мне сейчас сколько там, 32 года, мне постоянно говорят, очень люди незнакомые, мне знакомые, мне такого не говорят, что я там не замужем, у меня нет детей. Я смотрю на этих людей, которые замужем или уже разведены, у которых есть детей, я говорю, я не хочу, как вы. Вот я пока не... это совершенно нормальный... Я просто не видела в своей жизни очень много примеров счастливых семей. То есть это нормально. Если я не хочу... Я бы не сказала рисковать, но я пока не уверена в себе, что я даже морально готова, что я буду вести себя как нормальный человек, что я смогу создать... Вот сама я буду расти до тех пор, пока я не вырасту и скажу, что я никому жизнь не испорчу. И мне никто не испортит. То есть я настолько выстроила свои границы, что я никому не испорчу жизнь. И что стереотип не быть одним, и что такое один... То есть, да, что это я сижу одна в окно, смотрю, и у меня слезы текут, что это? Вот, то есть, или же, например, родить в какой-то возраст, или же, например, мужчина не может, например, какую-то профессию, реснички или, например, брови делать. Почему? Какое вам дело, что мужчина рядом с вами делает брови? У вас в жизни все хорошо? Ну вот что так? Вот у вас все идеально, вы прям пример для подражания? Нет такого, что она вот оделась в эту одежду, что не может она в эту одежду одеваться. Вам какое дело? То есть, и вот много таких вещей, что нам до всего есть дело. И это вот тоже стереотип. И мы должны кого-то осудить, кому-то что-то сказать. Нет, вот когда стереотипы есть, какие-то клише, это из вас врывается вот так вот.
Нужно, конечно же, с этим тоже бороться, мы об этом всегда говорим, и сказать, это мое, я так действительно считаю. Я действительно считаю, что это не какую-то угрозу моему существованию, что мой ребенок увидит там каких-то двух мужчин и сразу станет таким же, да, что я действительно так думаю. Почему-то мой ребенок прошел мимо, там, смотрел Билла Гейтса, там несколько видео, не стал Биллом Гейтсом. Почему так случилось? Я бы тогда, если это так работает, я бы ему тогда Билла Гейтса, Марка Цукерберга показывала, я бы даже куда-нибудь поближе к ним переехала, раз уж такая связь прямая. Почему они так плохому быстро учатся и хорошему не учатся? То есть это так не работает. И вот это нужно все обсуждать, потому что мы привыкли вот такие вещи выдавать, а это же не мы. И самое, конечно, большое стремление – это понять, куда вообще стремиться. Как я уже говорила, понять, кто мы, что мы, чего мы хотим. Я вот про себя не могу пока до конца сказать. Я знаю, чему я хочу научиться в несколько ближайших месяцев даже, не на протяжении каких-то даже лет. Но самое главное – это то, что я буду учиться только тому, что мне действительно нужно. Раньше я не могла сказать даже, что я хожу так, как я хожу, потому что мне говорили, когда я приехала сюда, что, например, я как-то очень быстро хожу, или что я шаркаю ногами, или что, например, по-разному. Бывает, даже о походке тебе говорят, или как-то ты артикулируешь странно. Уверены ли в том, что вы артикулируете так, как вы хотите артикулировать, или вы насмотрелись на кого-то? Одеваетесь вы так, как хотите одеваться, или вас кто-то одел, да, вот. Очень много. Говорите теми словами. Мы же даже, вот нам кто-то что-то сказал, и мы эти слова можем употреблять. О, какое красивое выражение, я буду его употреблять. А вы его прочувствовали, это выражение? Вы начали работать на какой-то работе? Та работа, которой вы хотите действительно заниматься? Вам даже мужчина, опять же, какой-то понравился или девушка? Может быть, этот мужчина, опять же, работает... Я не знаю, какие сейчас престижные профессии, но если это там Россия, например, Яндекс или Авито или что-то, еще там какой-то начальник, может, он действительно очень плохой человек, но это престижно быть таким человеком, быть вот, работает в Авито, вот, работает там в Яндексе или там еще в Гугле, Гугл у нас, правда, скоро уедет, но ладно, вот. То есть это вам нужно, может быть, вы действительно любите людей, которые очень творческие. Каждый раз вы когда... Или я, например, я работаю... Где бы, например, я могла работать? Ну, в медиа. Сейчас не очень популярно, но вдруг в каких-то, например, несколько месяцев назад было популярно, и вы так действительно этим гордитесь. У вас там хорошие условия работы, вы гордитесь тем, что вы делаете, у вас там приятные люди и так далее. Или же просто вы привыкли к тому, что 50-100 лет назад это было прекрасно. И вот все, что вы делаете, это вот к стремлению к себе – нужно всему учиться. Все, что вы делаете, абсолютно. Карьера, дружба, все можно улучшить. Но все это достаточно сложно. И учиться мы можем везде, всегда. Вы берете какую-то обложку книги и видите, что эта обложка сделана с любовью, с хорошей бумагой. Там какая-то идея, и эта обложка хорошая, там, например, книга и так далее, еще и суть. А есть вещи, которые вы, например, видите и понимаете, что это сделано плохо. Из этого тоже можно сделать вывод. Стул стулу тоже рознь, правильно? То есть каждый раз вы смотрите и пытаетесь в этом всем, что вокруг вас, найти что-то, что поможет вам тоже в себе границы какие-то найти. И на этом я закончу. Надеюсь, вдохновила вас на обучение. Надеюсь, вдохновила вас на какие-то, может быть, интересные мысли. Круг вот этой жизни, пожалуйста, заполните, если вы этого еще не делали, сами для себя. Просто сейчас будете сидеть где-нибудь в метро, в такси, почему нет. И если вам вдруг что-то станет интересно, вот это у нас наш Телеграм школы французского языка. Можете писать туда что-то по обучению, какие-то вопросы. Сейчас, если хотите, могу ответить на любые вопросы вообще. По обучению я больше всего понимаю. Да. Вот в чем заключаются метазадачи преподавателя? Метазадача все, да. Сделать так, чтобы ребенок был счастлив, понял, куда стремиться, к тому, чтобы его существование было более осознанным. Потому что когда мы не понимаем, что происходит, счастье невозможно. Никакого вот... Мы можем добиться, поели хорошо, порадовались, но как бы мы ни любили панду, мы не можем сказать, что панда, валяющаяся рядом с бамбуком, вот такого счастья я хочу. Правильно? Мы же не такого хотим счастья. Или кот, который развалился на солнышке в лучах. Мы такого счастья не хотим, мы хотим другого счастья. То есть все, кто могут думать, стремятся к другому счастью. И значит, это нужно как-то в работе вырабатывать. Да. Вы говорили о качестве. Вы говорили о качестве. Как научить ребенка качественно учиться? Хвалить, сравнивать. Опять же, вы можете взять две книги одинаковые, например, одинакового автора, одинаковое вот, издание, и сказать: давай с тобой сравним. Можно любому. В чем разница?
Да, учите его обращать внимание на детали. Вы приходите в ресторан, я вот некоторые рестораны, если их можно так назвать, всегда удивляюсь. Я не повар, но как, я как-то готовлю всегда лучше, чем они. Как так можно плохо сготовить спагетти? Особенно вот у нас есть барилла, которая стоит 100 рублей. Я не знаю, как ее можно испортить. Я иногда забывала ее, когда она там кипела. Она и то была вкуснее, когда я ее уже доставала оттуда. Тут это надо постараться, чтобы так сделать плохо. Вот когда идете в ресторан, скажите, как тебе, а что не так? А потом сводите его в другое место. Не обязательно дорогое, но в место, в котором будут лучше спагетти делать. И сказать, вот, давай посмотрим с тобой. Или сок апельсиновый. Вот здесь сахар и вода, здесь вот такой сок. Причем цена одинакова. Цена не значит ничего в нашем мире, потому что почему? Как ты думаешь? Люди все равно будут покупать. Люди не торопятся, люди не обращают внимания. И так далее. Есть разные. У себя дома вы найдете два шкафа. Вы сравните их. И ему уже это поможет. Больше нет вопросов. Про обучение, педагоги. Нет, да. Были у вас такие ученики, которые не стремились к знаниям, которые вообще не хотели вот изучать то, что вы им даете? Были. Но, по крайней мере, они так говорили. Я вообще думаю, те, кто приходит в школу, ну, кроме подростков, их иногда некоторые заставляют. Но, если честно, я думаю, внутри, я всегда верю, каждый человек хочет учиться. Просто когда мы говорим, что нам это не интересно, нам это не нравится, мы хотим себя заранее обезопасить от того, что если у нас не получилось, мы скажем, я же не хотел. Не верю в то, что есть абсолютно очень глупые люди. Есть только люди, которые боятся, вот даже казалось бы, что страшному прийти на урок и попытаться произнести какую-то фразу. У людей дрожат губы. Вот действительно, боятся до такой степени, пропадает голос, они потеют, они краснеют, они, если кто-то поагрессивнее, начинают нервничать. Значит, это для них наоборот очень важно. И я не видела такого ребенка, который не визжал после того, как у него что-то получилось, когда там дай пять, у нас там сделали, мы все в субжунктив поставили и так далее. Я с ребятами, пятиклассниками работала, то есть все любят учиться. Тем более я, опять же, не учу чему-то вообще неприменимому. Язык французский, я думаю, что все согласны. Большинству, во-первых, нравится, а во-вторых, даже если он не нравится, все считают, что кто научился и говорит правильно на нем, чего-то это стоит. То есть это люди гордятся и обращают внимание на тех людей, кто говорит на языке. То есть это определенное достижение. Друзья, если больше вопросов нет, давайте поблагодарим Юлю за прекрасную лекцию. Напоминаем, что эта лекция транслировалась на портал Культура РФ, и с записью этой лекции вы сможете там познакомиться, да, практически в любое время. Я надеюсь, что она никуда не пропадет. И, друзья, напоминаю, что у нас продолжаются франкофонные выходные. С актуальной программой нашей на завтра вы можете ознакомиться. Во-первых, там на стойке у нас есть афиша мероприятий на весь месяц. А во-вторых, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал Франкотеки, там просто Франкотека новости. И там уже тоже есть актуальная афиша на завтра, и будет в ближайшее время актуальная афиша на следующей неделе. Спасибо большое и до новых встреч.